Дуб, ты впервые за долгое время вышел на поле, вышел в основе. Каково тебе было со стороны смотреть? И насколько ты доволен своей игрой в игре с Басом? Ну, во-первых, я очень рад, что я привел себя в форму. Тем самым, наверное, показал... Давай скажем, сколько ты скинул, сколько ты весил и сколько ты сейчас весишь. Ну, когда я начинал скидывать, так сказать... После игры с деньгами давай отчет. Ну, там в моменте пик веса был 98. Сейчас 88, 89 такой вес. То есть пока... Твой игровой вес? Ну, давно я в таком весе не играл, так скажем. Но тренерский штаб поставил задачу сделать 85. Я стараюсь. Продолжаю следить за питанием. Добавляю также физические упражнения всякие. Бегаю каждый день. Ну, по возможности, когда у нас там не такие сильные тренировки. Или вот 2 дня выходных было, я бегаю. То есть не пропускал. По поводу игры, что хочу сказать, доволен. Неплохо, я так считаю, что вышел. В свое время, которое медаль, боролся. Я так пересматривал, практически весь верх выиграл. Хорошо боролся. Жаль, что не забил, но особо-то моментов не было. Не считая моментика, когда у меня боги, считай, с ноги мяч снял. Ну, следом мы забили уже. Да, но хорошо, все равно дожали момент, забили. Поэтому... Ну ты так, измучил защитников и вышел карат. Да, так, знаешь, чуть их повозюкал, измучил. А каратик вышел уже на свеженьких ножках. Сделал свое дело. Спасибо.